Я познакомился с Мстиславом Михайловичем, или просто со Славой, в 1958 году, ровно полвека тому назад. Я как студент Гнесинского института принимал участие в программах на Цветном бульваре, в которых работала группа Запашных, братьев Запашных. Они славные ребята, молодые, красивые, влюбленные в цирк. Вот такая косточка цирковая, династия. Мама еще с ними была заботливая. В 1946 году мы вышли на большую арену в Санкт-Петербургском, в Ленинградском цирке на Фонтанке, ныне цирк Чемизели. И поехали уже на гастроли, потому что номер сделали прекрасный. Поехали на гастроли по всей стране и добрались до Владивостока. И Хабаровск отработали, Уссурийск, и Владивосток. И в Владивосток приходит распоряжение. В конце как раз года приходит, что прошло сокращение. Это вечная ситуация в государственных учреждениях. Вот. Сокращают как бы ненужных артистов. Мы посмотрели, отец, мать работает, старший брат работает. Можно сократить этот номер, подумаешь, два брата там акробаты, что-то из себя. Здесь происходит. Так, прекратите сейчас же. Вас, ваш номер давным-давно уже расформировали. Пожалуйста, из цирка. До свидания. Все, 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 все. Никаких разговоров, никаких уговоров. Все. Пожалуйста. Одному, значит, считайте, 8 лет, второму еле-еле 18. Ну, мама нас взяла тогда под мышку. Сели мы, приехали в Москву, и вот на Цветном бульваре мы сказали, вот мы хотим, чтобы нас просмотрели, вот здесь главка, мы это пошли в главку, то глав дал команду просмотреть, ну и хотели просмотреть просто так, на манеже, что мы там умеем делать. Однако Вальтер и мама настояли, сказали, нет, мы хотим, чтобы мы отработали на зрителя. И вот когда мы закончили свой номер, нас не один раз вернули на комплимент, а меня Карандаш 9 раз на руках выносил сам Карандаш. А это был такой строгий судья, такой по-строгому относящийся к манежу, к цирку. Выносил меня, убежим за кулисы, он идет опять, зритель стоя аплодировал. Тогда нам объявили, что нам дают высшие ставки. Тогда гудел весь цирк. Мальчику, 8-летнему, дали 1300 рублей в месяц, но мы стали лучшими. На нас уже ориентировались, на нас копировали. И когда собрались мы, 4 брата, стали говорить, мы будем 4 брата работать вместе. Вот здесь в главке говорили, а зачем нам 4 брата? Вы хорошие, пара, пусть брат другой делает другую пару, у нас цирков много, работать есть где и так далее. Мы наотрез отказались, и тот номер как бы прекратил существовать, парный.
Но мы сделали четверку акробатов. И эта четверка акробатов по сегодняшний день исполнительское мастерство трюков до сих пор не повторено. Я могу назвать много трюков. И тройное было, тогда никто не делал. И самое главное, что все трюки были в темпе. Это и 2,5 в руки, и в одну руку 1,5. И, в общем, все прыжковые элементы на четырех, на этих, на руках у братьев. Они были молодыми, счастливыми, не знали забот, кроме цирка. Неистовые были, невероятно совершенно. С улыбкой на лице, уходя с манежа, они могли передраться за кулисами, если что-то не получалось. И спорили, и дрались, но только за то, чтобы лучше сделать трюки. Это было и в акробатах, и в конном номере, и в воздухе. Я ему говорила, вот это хорошо, сначала нет, не пойдет, а потом попробует, пойдет. Когда на всемирном фестивале в Москве собрались 20 цирков, и когда мы отработали, все в ложе встали, и мы получили 4 золотых медали. В то время как, например, китайский цирк, получил 1 золотую медаль. Говорят там, знаете как, вот не дают денег на что-то. Мы продавали последние штаны с сестрой, купили аппаратуру себе и сделали такой номер с сестрой. И такие трюки там исполняли, которые опять-таки сейчас, я не боюсь слова, вообще исчез почти этот жанр. Не только у нас, а и в мировом цирке. Так называемые вертушки, они исчезли. Мстислав прибежал, все, делаю спутник. Связались с Кировским заводом, нам стали делать аппаратуру там. Старший брат занимался этим делом, он инженер же Сережа был. Сережа поддержал, сделаем, сделали и полетели. За 2 месяца мы сделали этот номер. За 2 месяца, но мы репетировали с 4 утра. Все было. Очень влажность большая была. И Слава на ходу, вот он меня прямо раскручивал, сейчас поставит. А сам, видимо, одной рукой не удержался. И он вылетел за барьер, а там мат был. Это его счастье, что там был мат. У него правое плечо было сильно очень повреждено. Сотрясение мозга. Манеж выскочило, ну, я не знаю, человек 20 или 30, а может быть и больше врачей. И стали ему делать искусственное дыхание, все. А ему нельзя было. И повезли в больницу. Я всю ночь с ним просидела, над ним капельницу повесили. Капают, капают. А он меня держит. Не оставляй меня, не уходи. Все равно будем летать. Я говорю, конечно, будем.
Да где мы только не были. Париж, Брюссель, Манчестер, Лондон и этапы нашего пути. Мы были рады площади любимой родины Дакар. С купола, с крыши жарко, ужасно. Спускались на свою трапецию под спутником, снимали чехол со спутника, чтобы его никто раньше не видел. И начинали раскручиваться над зрителем, это же полет без сетки, понимаете? Над зрителем шли большой диаметр. У нас было вращение не над манежем, а над зрителем. И когда начинал мигать в темноте спутник и сигналы раздаваться, а его слышали, вот, весь мир прислушивался к этим звукам, да? То зритель вскакивал, вставал и стоя до конца номера. Это был финал всего нашего большого спектакля. Я загорелся идеей создать новый жанр, потому что в вольтижной акробатике мы достигли уже таких результатов. Дальше уже получилось двинуться некуда. Вот такие трюки делали. Как бы. И давай перенесем их на спину лошадей. И когда мы выехали уже в Париж с этим номером, уже сделан, то газета «Фигаро» такая, она одна из таких серьезных газет Франции, вот, писала, что это только в советском цирке можно было решиться на создание нового циркового жанра. Акробаты-вольтижеры на лошадях. Это броски с четырех до четырех, с двух лошадей вперед и обратно, полфляка, сзади четыре. Это очень сложный жанр, но братикам моим все подходит. Он молодец. Создали новый жанр – двойная обгонная вертушка. Это когда летали два аппарата космических и обгоняли друг друга, и мы передавали артистов с одного аппарата на другой. Это все над зрителем, это все без сетки, это все было вымерено в костюмах, с музыкой. Четко абсолютно. Слоны и тигры – это уникальный аттракцион, в который никто не верил. Ни мой друг Вильямс Гюнтер, американский артист, он вообще немец по происхождению. Зачем ты, говорит, рисковать будешь? Я делаю вот одного тигра, еле-еле приучил кататься на слоне и все. И то слона он одевал в доспехи, такие как рыцарские доспехи. А когда я ему рассказал, что у меня слон будет таскать за хвост тигра, и слон будет переступать через тигра, и слоны будут вокруг тигра, тигра входить, которые будут сидеть как собачки. Не как у всех на тумбах сидят, вот к стене прижатые, так? А сидят манежи, как собачки, а вокруг них
слоны будут ходить, танцевать и так далее и тому подобное. Когда слон будет давать свою руку, как я называю, и тигр будет класть на него свою руку. Нельзя просто вот так пустить тигров в клетку и тут же взять, завести слона туда, то есть и все, и начать репетировать. Нет. Это долгие месяцы, долгие иногда годы, когда животные привыкают друг к другу. Надо вольеры строить, ставить животное рядом, чтобы они привыкали друг к другу, чтобы слон не боялся тигра, чтобы тигр не боялся слона, чтобы тигр не кидался на слона, чтобы слон не рушил эти вольеры и так далее. Это очень сложно. Я не тот дрессировщик, который дрессирует вот сегодня. Давайте подрессирую. Я всегда дрессировал с научной точки зрения. Подходя по-научному, я хороших результатов достиг. Потому что, чтобы вечные враги, слоны и тигры, поверили друг другу, доверились, чтобы кушали рядом из кормушек. Один мясо, а вторая сено с яблоками, с фруктами и так далее, и тому подобное, с овощами. И не кидались друг друга на друг друга в это время и так далее. До этого надо было ввести огромнейшую работу. Подхожу к ним и с ласковым словом репетирую дважды в течение дня. Только тигру не ясно, что он дрессирован, потому-то и шрамов не счесть у меня. Не могу сказать, что я просто, так сказать, вошел как к себе домой, в клетку, к тиграм и к слонам. Но у меня не было особого волнения, потому что рядом со мной был Слава. И поэтому я был спокоен, раз он пошел на это, он знал степень риска, и поэтому у меня не было сомнений, что я могу спокойно вместе с ним рисковать. И в обруч летят, выпадают минуты свободные редко, и вчера, и сегодня, и завтра аншлаг, но когда заходить мне не хочется в клетку, ап! Тебе говорю, я и делаю шаг. Ап! И тигры у ног моих сели. Ап! И с лестниц в глаза мне глядят. Ап! И кружатся на карусели. Ап! И в обруч горящий летят. Можно сказать, сразу же мне полюбился этот человек. Какой-то широкий, умница. Вот, казалось бы, понимаете ли, деятель цирка, цирк, да. Умный, знающий, понимающий человек, очень хорошо разбирающий в искусстве, любящий, кстати говоря, любящий балет еще, это тоже очень важно, так как я примерно люблю цирк. И вот одной из тем наших первых бесед было, у меня было желание сделать «Спартак» на сцене вместе с цирком.
Дело в том, что мы в одном ритме жили. То же самое я с утра до вечера водила в цирке. Я работала уже много номеров. Я работала жанры и в рисуре, я работала и отрабатывала, вела программу. И практически целый день ходила в цирке. То же самое и он. У него подвергал очень целый коллектив. Он и свои номера репетировал, и аттракционы, и номера в программе, которые он делал, работали с ним. Так мы целый день ходили в цирке. Зато Мурат Чеслава работает как народный артист уже России, работает свою дрессуру, замечательную, оригинальную, и они продолжают свою цирковую династию. Я думал, когда был молодой, думал, неужели я доживу до нового века? Вот тот век, а новый век? А какой будет он новый век? А что это такое вообще? И как вообще будет жить человечество? Будут свободные границы, все откроем, будем ездить свободно, никакой войны, никаких больше это будет. А когда дожил, окунулся в новый век, что же они творят-то вокруг? Что же эти люди творят? А ведь я приезжаю вот к сыну, да, на созданную последнюю работу «Тигр на зеркальных шарах», который мне во сне приснился вообще. И я это все-таки с сыном добил, сделал. Я захожу в клетку. Я захожу в клетку, и со мной разговаривают животные. Они соскучились. Они ласкаются ко мне, потому что они мне верят. Выдумывать могли все, что угодно. Ой, Запашный там, он своих детей заставляет, он там, это так. Он... Никто никогда не скажет, что Запашный плохо работал. Я все-таки заставил людей уважать свой труд.